Всем привет, друзья! Я до сих пор не выздоровел, наверное, слышно по моему голосу, но контент нужно делать, потому что вы ждете, мои пацаны ждут. Поэтому, друзья, сегодня, я не знаю, особо такого экшена не будет. Сегодня я большинство времени, естественно, проведу дома, но нужно сегодня будет съездить, купить новую мышку, потому что я не могу монтировать со старой, а еще она сломалась вообще. Когда я монтировал раньше, то типа она, ну, она беспроводная была и почему-то дергалась, невозможно было там не обрезать ничего, и, короче, жесть была. А в итоге я ее фигарил об стол, потому что бесился, и она сломалась в край. Вот, а еще сегодня вам покажу свою тренировку полную на грудь по своей программе тренировок. Сегодня понедельник, будем бомбить, будет жестко. Покажу полную, как это работает. А также покажу сайтик свой, потому что вы просили, многие из вас писали в личку и говорили, типа, как сайт действует, расскажи вообще, покажи. Вот я вам это все покажу. Надеюсь, будет интересно. Полетели. Ну что, начнем мы, наверное, с истории. Готовьте чай и готовьтесь слушать. Поехали. Значит, однажды мы играли с пацанами в баскетбол на площадке. Там была площадка баскетбольная, а рядом был детский такой городок, там всякие качели и так далее. И вот мы играем. И это все рядом происходило, то есть и площадка, и городок рядом. Там каталась какая-то маленькая девочка на вот этих качелях. А качели, знаете, я не знаю, сейчас делают такие или нет, но они такие совдеповские качели, обитые железом. То есть деревяшка внутри, и на чем сидишь, даже деревяшка, и по бокам оббито железом, и острые углы такие идут, то есть квадрат такой. И вот, качается девочка на этих качелях, а мы играем в баскетбол. И что-то она, короче, качается, и вдруг, когда едет вот так вперед, да, она слетает с этих качелей и падает. Она упала, качели, соответственно, полетели назад, и она вот так поворачивается, и качели на нее летят. И просто вот этой железячкой, вот этим углом, угол качели вот этого квадрата, он ей просто выносит половину лица, ну как половину лица, половину щеки. Ну просто представьте, на огромной скорости качель летит, и в маленькую девочку, я не знаю, сколько ей было, но лет, наверное, 8, блин, нет, даже не 8, лет 6, летит, и вот так бам, со всей дури, и выносит ей щеку. Кусок мяса, короче, оторвало щеки. Это было такое настолько страшное зрелище, что мы вызвали скорую, ее увезли. Не знаю, что с ней сейчас, уже очень много времени прошло. Мы там маленькие были, лет, наверное, по 14-15 нам было. Но это было жестко. И самый-то прикол в чем? Что мы продолжили играть, и, значит, играли с друзьями. И один из друзей дает другому другу пас. Ну, баскетбольный мяч, представили, да, он тяжелый. Дает пас, и этому другу попадает мяч вот так как-то в палец, и у него выворачивает палец просто в хламину вот туда, ну, в ту сторону, сильно. Блин, мы все офигели, это такое страшное зрелище было, что палец просто вывернуло в ту сторону, наизнанку. А он вообще, ну, типа, блин, вывернуло, типа, говорит, у меня боли никакой нет, ничего. А мы все такие, блин, нифига себе. А нам-то мы мелкие были, там воображение просто работает, что он сейчас умрет, ё-моё. Вот. И потом его отвезли тоже в скорую, и вправили палец. Оказалось, что типа у него не перелом, а как-то из суставов вышли, ну, фаланги из суставов как-то вышли. И типа, я не знаю, короче, не могу сказать, но у него палец просто выгнуло туда. И за этот день просто... За час вот это все произошло вместе, и то, и это, и было вообще очень стрёмно, ребят. Вот такая вот история. Все сложнее и сложнее новые истории вспоминать, пацаны. Вообще дико сложно. Не знаю даже, какую еще рассказать в следующем влоге. Ну что, ребят, перед тренировкой я вам расскажу о сайте, как и обещал. Начнем сначала, да, с покупки. Вы можете покупать с любых кошельков, по карте, как угодно. Ну, все, короче, способы доступны покупки. Скидка действует Archer15, это код. Это скидка 15%. Программа получается 680 рублей. Это очень дешево по сравнению с другими там блогерами. Это раза в 2, в 3 дешевле. И программа, я уверен, гораздо эффективнее, чем там какие-нибудь просто отжимания либо что-то со своим весом. Это 100%. Во, покупаете. Вам ссылочка приходит на почту после покупки. Вы переходите по этой ссылочке и попадаете на программу тренировок.
Вот так выглядит программа тренировок. У вас тут идет описание всех упражнений, потом идут, собственно, упражнения, потом идут видеообучалки к каждому упражнению. И, то есть, вы смотрите, если не знаете, как делать упражнения, то вы включаете обучалку и начинаете ее смотреть, как это выполнять. После того, как вы посмотрели обучалку по сетам, кстати, да, нужно сказать, кто не знает, на сайте все программы состоят из суперсетов, по 2-3 упражнения вместе. Это наиболее эффективный вариант тренинга, я в этом убедился, на протяжении многих лет я тренируюсь именно так. И на сайте собраны самые максимально крутые упражнения, просто воедино, которые будут выносить ваши мышцы в хлам. Вот, после того, как вы посмотрели обучалку и не знали, как делать упражнения, вы спокойненько переходите к упражнениям и делаете как надо, без ошибок, без всего, потому что новички очень много ошибаются, и, естественно, из-за этого прогресса никакого не будет. А если вы посмотрите, как правильно делать, какие ошибки могут быть, какая правильная техника, то вы гораздо быстрее добьете своего результата. Также в эту программу входят не только тренировки, которые идут ниже, но также входит программа питания. Вы нажимаете вот сюда, и у вас переходит в программу питания, то есть теория идет, сначала тут огромное количество советов для вас, потом практика, и уже вы сами тут, смотрите, вы сами подбираете для себя программу, вам тут все будет расписано, максимально все, как, что, сколько белков, углеводов, калорий, вы сами потом, у вас будет готовая программа, и вы по этому плану будете подбирать сами свой план питания, потому что я не могу для всех сделать индивидуально, вы будете сами для себя делать индивидуально. Займет это где-то минут 5, это не считая, что вы все прочитаете. Прочитать там минут, наверное, 10 займет, потому что много информации, очень важная информация. И самое важное, что вам больше никогда не придется покупать ни у кого программу питания, потому что все будет здесь, все будет в вашей голове. Это очень важная информация, все секреты раскрыты, как делать, составлять эту программу. И вам никогда не будет надо ее покупать в дальнейшем. Сайт очень простой, дизайн очень простой, открываете программу прямо на телефоне и приступаете к упражнениям. Сегодня понедельник, это день груди у меня, поэтому мы берем программу на массу в домашних условиях и начинаем тренироваться. Поехали! Судя по тому, что написано в программе, мы берем два стула. А также мы берем утяжеление и кладем его в портфель. В программе говорится, что в этом суперсете на массу мы должны делать от 6 до 12 повторений. Как мы будем делать от 6 до 12 повторений, если я, например, делаю 100 повторений в отжиманиях? Естественно, мы берем дополнительный вес, потому что массу без веса не набрать. И ребята, которые уже купили программу, говорят: ты ж так сольешь все упражнения, зачем ты тогда программу продаешь? Ребят, я показываю всего лишь один суперсет, чтобы люди поняли, что это не какое-то фуфло. Вот, и поэтому я ничего не солью, не бойтесь, все будет классно. Значит, делаем таких 3 подхода и отдыхаем между подходами где-то по 3 минуты. Like the modern day Mozart, yeah, we getting lucky with the ladies like we're Daft Punk. This is how we party rehab, it's a slam dunk. We hear you, G-Eazy, man, this shit ain't fucking random. Oops, not a DJ, but that motherfucker's handsome. About to be Derude and turn this beat into a sandstorm. About to switch it up and make this motherfucker transform. Все, это отказ, ребята. Это отказ. Отдыхаем 3 минуты. Для следующего подхода вы можете выбрать, увеличивать ли вам вес, но сокращать количество повторений, либо уменьшать вес и делать максимум 12. Я выбираю первое, я добавляю еще вес,
килограмм, наверное, 7 весит. Вот. И буду уменьшать повторения, потому что я хочу делать максимально, чтобы мне сложно было, полетели. На сайте все программы и для дома, и для улицы, и для зала построены вот в таком виде. Такие мощнейшие суперсеты. Поэтому вы можете попробовать этот суперсет и понять, что программа не фуфлище какое-то, и что вам дают годные советы, рекомендации. И покупайте программу, ребят, лето уже близко. Не буду, потому что это уже мой предел. Тут килограмм, наверное, ну, 22, наверное, 23, где-то так. I'm in a rolling abyss, hey. Pull up on 6 out of 10, hey. Parties on weekends, I'm bent, hey. All of this money is spent, hey. Throwing a lot of events, hey. Throwing for me and my friends, hey. Turn up 100%, hey. Living until I am dead, hey. I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate me, because I do what I do. Go on and hate me, cause I got nothing to prove. Go on and hate me, cause I got nothing to lose. Go on and hate me, go on and hate me. Yeah, that's okay, yeah. I cannot complain, because today, yeah, I'm doing my thing, I stay my lane, yeah. And fight through the pain, so that one day, yeah. Вот от таких упражнений у вас будет масса расти, а не от каких-то там отжимашек со своим весом. Вот 3 суперсетов вполне достаточно, чтобы ушатать вашу грудь в хламину просто. Я последние повторения сделал просто через силу, я не мог делать. Это жесть, ребята, пробуйте. И бегом на сайт, там все такие суперсеты, и на бицепс будете умирать, отвечаю. В понедельник есть еще другая группа мышц, прокачка, сейчас буду делать. Но этого я уже палить не буду, ребят, сори, потому что пацаны, которые покупают программы, они жалуются, что типа, что я палю программу, поэтому не буду, блин. Короче говоря, пошел я за мышкой, а то моей мышке кранты нечем монтировать. Сейчас надо что-то такое не особо дорогое, но хорошее взять. Больше не буду брать беспроводную, возьму проводную, потому что на ноутбуке, потому что почему-то у меня лагает капец. Если беспроводная, то это жесть. Ядрёна конь, ни одной нормальной мышки, короче, а цены просто 25 евро, 14 евро за говнище какое-то, которое стоит евросов 5 максимум. Блин, неужели в другой магазин переться надо? Это жесть. Другой далековато. Мне для монтажа надо, и надо, чтобы рука хорошо сидела. А тут рука сидит только вот на этих мышках, на всех. И то эти беспроводные, мне такие не нужны. Мне вот такие нужны. Но тут она, блин, она неудобная, мне кажется, будет. Ладно, возьму вот эту, потому что мне в другой магаз неохота идти. 15 евросов. Посмотрим, как будет.
кстати, собственно, вот помните, когда я вам историю в начале видео рассказывал, это произошло вот здесь. Вот эти качели, а вон там площадка. И, блин, было жестко. Блин, я чек забыл взять от мышки. Надеюсь, она рабочая. Черт, забыл. Ну все, друзья, мышку подключил. Все работает, вон бегает курсорчик. Поэтому спасибо большое за внимание. Сейчас буду монтировать видосик. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока!